Дорога в школу для детей и их родителей должна быть безопасной. Если же на пересечении с проезжей частью появляется отрезок пути, где возникает опасность для пешеходов, это повод для немедленного реагирования. В минувшую субботу родители детей из Щелковской школы номер 5 встретились с представителями администрации прямо возле учебного заведения. Предмет разговора – ведущиеся работы по благоустройству тротуара и поворота с Заводской улицы на Фабричную. Тем, кто раньше здесь проезжал в автомобиле, известно, что сразу за пешеходным переходом есть пространство, которое становилось источником повышенной опасности. Здесь останавливались машины, разросшиеся растения заслоняли обзор и прохожим, и водителям. В настоящее время, в ответ на жалобу жителей, здесь оперативно выполнены мероприятия по благоустройству территории и по обеспечению безопасного прохода к школе. Поставлен знак «Остановка запрещена», засыпана асфальтобетонной крошкой и выровнена обочина, убраны деревья и кустарники. Единственное, что пока не сделано, не установлено ограждение, однако это будет сделано в кратчайшие сроки, рассказал на встрече с жителями начальник управления по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа Щелково Дмитрий Березин. Мы планируем ходатайствовать о установке ограждения не в рамках реализации проекта, а как можно скорее. Комиссию, областную комиссию по безопасности дорожного движения для монтажа ограждения, предотвращающего полностью пересечение потоков пешеходного и транспортного. Родители учащихся школы номер 5 и представители регионального штаба ОНФ получили разъяснение по срокам, в которые будут произведены дополнительные работы. Надо заметить, что заявители уже сейчас выражают удовлетворение тем, что удалось существенно изменить ситуацию. Скажите, работы начались? Вы уже да, видите? Работы начались, как говорится, с места сдвинулось все. Надеемся, что это всегда делается до конца. Дмитрий Березин сообщил, что помимо произведенных и запланированных работ, дополнительно появится оборудованная обочина, выходящая к пешеходному переходу перед оградой школы. Он отметил, что администрации округа выполнение в полном объеме мероприятий по благоустройству данной территории взято на контроль. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.